я спорил здесь с Русланом, он говорит, да, я сейчас здесь что-то придумал, я сейчас здесь проеду. А мое мнение, хренушки, пишем, хренушки или проедет? Я думаю, что хренушки. Пишем в комментариях. Меня здесь полностью поддерживают. Будут ехать на меня. Почти. Чего-то в этом плане все. Видишь, а он злой сидит, СМС-ка с Америки не приходила. Да-да-да. Он только в приватбанке отдыхает. Смотрите. Что делает? Классическая. Нормально едешь. Застрять не должна. Хорошая машина. Надежная. Руслан, ты пошел. Вырубайте камеру, я вас сняю. Сейчас вот так будет. Все, ты уже пошел. Пошел. Все, пошел вот так. Конечно, Толя. Вперед давай. Все, будь здоров, пока. Отойди от колеса. Да, он не поплавал. Выравнивай руль! Стой! Глуши, блядь! Глуши! Это известное место, мы тут катались. Все, Шишига приехала. Сотка за счет мотора, но не хватило чуть-чуть. Жерик легенький и мощный, едет, есть, красавчик. Еще. Ну, уверенно. Без толку, теперь бы как ее
согнать, но не забудь мотор со асфальта подобрать. Один на Ниве в открытом поле, вы не поверите, машина везде ход. Один на Ниве в открытом поле, 2 метра едет, а потом встает. Глумиться над шишигой. Красавчик, чуть-чуть не хватило. Температура воздуха на улице. Да все, гаплыками. Не, ну маньяк упорный. Собачку не задави, изверг. Ну, давай, фолловер, он едет к вам, блин. Ёбаный бабай, выехал. Красавчик. Вот это место, блин, запах не передает, камера жалко. Гаплык ему! Течь, пошла течь вообще. Блин, реально надо бы на ту сторону переписать, пока не поздно. Гаплык. Так хорошо начинал. Я бы на его месте текал. Там уже такая волна пошла.
зеркала! Пытается переехать в этой яме. Страшные игры живых обитателей. Да. Они все время в паре ездят. Вот это борьба. Стой, 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 осторожно. Да, тут непростой заезд такой, на вид он. Стоп, блин. И она нормально. Взяли интересные кадры. Блин, кадры были. Ромыч, ты там зря стал вообще. Давай, то есть про Яну вообще никто не думает. Разулась? Что разута? И мчит меня лесной олень в мою страну оленью. Чтоб Жеке шею не сломал, главное. Так вот это сейчас и Макс так бегать будет. Пошел старт. Интересное начало. Вова первый.
только сантраки тарахтят. Смотрите, какая борьба. А вот Нива в стоке практически. Вот Витара. Первые пошли. Красавцы. Вон и бокал. Хорошая Рубилова. УАЗ прошел. Ух, Витара. Ну, в Харькове жесткие ребята. Посмотрите, Нива в стоке чуть не пролетела. Сейчас будем тянуть вот эту машинку. Вот этой. Есть! Работает аппарат. Еще ж места глухие. Проносятся дни, секунды, часы, пролетают недели. И на выходных мы мчимся скорее прочь из домов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Где нет толчии и суеты больших городов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Где нет толчии и суеты больших городов. Так, это для тех, кто в ТикТоке. Такого количества комментариев не писали никогда. Я написал, что у вас на БТРовских, друзья. У меня рост 1,80 м. И вот колесо мне выше пупа, чтобы вы понимали. Вот тягач. Что это, ДАВ? И вот рядом колесо. Просто, ну вы видите, да, разницу? То есть, кто сомневается, что это БТРовская, блин, тяжелая, просто нереально. Я вам покажу метр. 1,20 м диаметр колеса. Вот 200-литровая бочка, так просто для контраста. И вот колесо рядом. То есть, насколько оно выше, это 88. Ну, неважно. То есть, видно разницу. Еще раз сходил за рулеткой. Показать вам расстояние от порога до земли. 97 сантиметров.
наступай на нее ногами. Взять прямее, понимаешь? У меня блокировок нет вообще, ни задней, ни передней. Борьба хорошая. Да? Блин, ну у вас держится нормально. Да, патрол уже сломался, да, в этом месте? Все, а теперь он зашел в нужную колею. Патрулевскую колею зашел. Такой звук был жесткий, что-то лопнуло, причем жестко лопнуло. Лопнуло колесо. Могло быть и хуже. Идеальное место просто. Сейчас спросим. Wi-Fi есть даже, видишь? Тупо слетело просто. Да ну не гони, что ты запугиваешь. Говорит, может бахнуть при накачивании. Сейчас жахнет так, что полетит выше церкви. Может посад и ладу убрать, может? Больше не лей, давай первый раз так попробуем. Ностальгия, больше не лей. Да лей, не слушай никого, нам нужен экшен. Все пропустила. Подожди, только что... Отъезжай, Ван Дам 2 сейчас будет.